то есть, вот, например, понятное дело, что когда речь идет о квартире, да, где ты живешь, или о домовладении, или там ты вправе устанавливать правила, которые у тебя внутри домовладения. Да, то есть, вот, например, это моя земля, как бы я не хочу, чтобы здесь фотографировали. Понятное дело, право собственности, никаких вопросов. Твоя собственность, ты имеешь право устанавливать закон. А когда мы в общественном месте находимся, здесь человек не вправе устанавливать какие-либо порядки, которые не предусмотрены законом, которые обязывают других действовать так.